«Уступи место старшему». Сегодня прошла акция, организованная студентами Башкирского государственного университета. В утренний час пик студенты предлагали сидящим уступить место в общественном транспорте пожилым людям взамен на фирменные значки. Думаю, что резонанс должен быть только положительный, так как люди у нас в городе в основном все-таки воспитанные, сочувствующие. Думаю, что получим только положительные отклики. По словам пассажиров, молодое поколение всегда должно помнить о доброй традиции, заботиться о пожилых людях. Хорошо это, ребята, когда уступает взрослым, пенсионерам особо не... Спасибо.